Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мне почти 16-я часть игры под названием «Внутри Альбиона». Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Я с друзьями только на своем канале буду именно в забывших играх буду проходить только Watch Dogs Legion. Потому что скоро классика игра будет киберпанк. Я поэтому хочу чисто пройти хотя бы одну игрушку из обычных, но медовых спрайнях. И потом уже чередовать Ассасин и Киберпанк. Чтобы не было такого. Киберпанк, Ассасин и Watch Dogs. Это по 4 игры я не осилю. Потому что у меня есть только нет много времени. А 2 нормальные будут. Поэтому, друзья, если буду париться чисто на Watch Dogs. А потом уже продолжу проходить прикольную игрушку Ассасин. Надеюсь, вы меня понимаете, друзья. Спасибо вам всем за вашу крутую поддержку. За ваши классные комментарии и классные лайки. Реально, каждый лайк для меня это подарок, друзья. Во. Сейчас, друзья, надо будет быстро... Куда мы все перемещаемся? Так, ага, сюда надо перемещаться. Это что у нас? Осмотрите лондонский тауэр. Окей, окей. Сейчас быстро отлепнемся. Ладненько, в этой миссии я сыграю, наверное, за киллера, что так же, предыдущий, да. А в следующей миссии я сыграю за какого-нибудь моего крутого агента. Не агента, что агента. Да. Так и сделаем, друзья. Ой-ой-ой, куда? Да что ты делаешь? Что это было? Видели, друзья? Блин, зараза, ого, что это за фигня? Да, друзья, в игре какое-то обновление прошло, что-то люди все багуют, а? Херней страдают. Ух ты, как-то попасть, а? Хотя уже решение нашлось, а? Если, конечно... Ну да-да, решение нашлось. Что-то крутовато даже для нас. Гемора не оберешься. Слушайте, я бы помог, но теперь Найджел меня ищет. И в момент найдет с таким-то количеством камер сети ОС. Я своей мордашкой рисковать не стану. Нам нужен человек из Альбиона, который готов предать своих. Я связался с нашей сторонницей, которая работает в пабе неподалеку. Где еще искать разочарованного в жизни антигероя, который заливает угрызение совести алкоголем и втайне мечтает об искуплении? Наша знакомая знает, что нам нужно, и подыщет подходящего кандидата. Ага, окей, окей, так куда мне... А, мне же надо туда телепортнуться, встретиться с информатором. Окей, окей, блин, зря, получается, поднимался, друзья. Твою налево, а. Зараз, опять надо будет спускаться. Блин, ладненько, немножечко побежимся. Так, 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 так. Так, что ж такое-то, а? Так, друзья, какое-то в игре обновление прошло, что-то игра немного подтупливает, а. Бывает, а. Блин, обновления не всегда на пользу играм идут, а. Обычно, по идее, должны идти на пользу, да, друзья? Но что-то вот в Watch Dogs обновление на пользу не прошло, а. Ладненько, тут нехрен делать на самом деле мне. Это все сваливать, а. Потом ускоримся. Бля, прикольный у меня киллер, что она реально классная, друзья. Вот, блин, ну, боевая, классная. У меня еще есть 2 шпиона. Вообще дофига у меня прикольных крутых агентов есть. Даже вот обычный агент. Вроде бы он обычный, да, вот я покажу его. Вот, вроде бы он сейчас. Обычный агент, да, ну такой, ну ничего такого, обычный у него пистолет, да. Но он все равно, друзья, крут. Реально, вот мне он нравится, им играть, он крутой. Вау! Ух ты, новую пушку. Почему бы и нет? Ее пушку взять. Так, блин. Ёпту, я очень рад. Ух ты! Очки технологии у меня целых 60. Так, 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 что я хотел, я не помню, что я хотел именно потратить на них. По-моему, его хотел взломать. Зондон Катедрон. Да-да-да-да, это залупа я хотел взломать. Она меня бесила. И копить хотел на них. Да, все правильно, друзья. Так, купить улучшение. Да, молодец, Димон, так. Приобрести к дому. О! Деактивация дроногонщик. А, ну, в принципе, не особо нужно. Так. А вот это нужно. Эта штука пригодится нам. Прикольная такая. Так, выдать этот гаджет выбранному агенту. Да почему бы и нет. Ух ты. Типа местные пистолеты у меня так? А может чередовать? Или нельзя? Похоже, что она вообще делает? Мне просто интересно. Ну-ка. А-а-а, вот что как. Прикольно, прикольно. Так, вот здесь ладненько. Тут, походу, я в тупик попал, ёпту иметь. А можно выйти отсюда? А, вот, тут выход, друзья, все, слава богам. Я вышел, друзья, все хорошо. Все отлично, все окей. Так, ладненько, бежим мы сейчас в паб. Поговорим с нашей информаторшей. Во, ладненько, погоним на таком байке. Вот, крутом суперском. Да, все хорошо. Зараза. Я понимаю, почему Watch Dogs Legion не особо много просмотров забирает у меня на канале, у моего друга Димона, то, что он проходит Watch Dogs. Потому что эта игра не особо вам, друзья, нравится. Ну, я очень рад, что вам хотя бы Ассасин нравится.
Не знаю, я понимаю прекрасно, что вот эта игра не такая уж для вас интересная. Ну все, спасибо вам за поддержку. Вы же в курсе, что там штаб-квартира Альбиона? Кас херачит какой-то новый проект. Какой ХЗ? Но для нас это 100 пудов головняк. Надо что-то делать, ага, без вариантов. Сраный Найджел Кас. Согласна, это подозрительно. Но знаешь, когда работаешь в пабе, слышишь кучу сопливых историй. Много кто из Альбиона недоволен текущим положением вещей. Надо только врубить харизму и уболтать, переметнуться. У меня даже есть кое-кто на примете. Интересно. Скинь его инфучу. Бегли передаст всю информацию. Удачки. Ух ты, спасибо, спасибо. Так, наемник Альбиона найден. Есть информация о сотруднике Альбиона, с которой можно установить контакт. Вербовать шваль из Альбиона? Очень такси идея. Эти отморозки постоянно убивают мирных жителей. Если нам не удастся найти хоть одного разочаровавшегося в своей работе, у меня плохие новости для человечества. Кстати, осведомитель нам бы тоже не помешал. Ну, на это я бы не рассчитывал. Найджел умеет вычислять шпионов. Говорит по личному опыту. Я сегодня не в настроении плакаться в жилетку. Да, друзья, надеюсь, вам даже нравится мое прохождение. Я стараюсь для вас, друзья. Реально стараюсь, я. Вождок Легион... Хорошая игра, не слышу, суперская игра, конечно, первая часть, вторая явно лучше, чем третья, ну, чем Вождок Легион, но, так, ну, тем не менее, друзья, так, подожди, это кто у нас, так, ценный рекорд, каскадерша, ух ты, каскадерша, нихера себе, известная постановщица фильмов в жанре Уся, жанре Уся, ха-ха, первый раз такой жанре Уся слышу, так, то чего надо раздобыть бы, а? Так. А в принципе идти недалеко. Ваня, пешком пробежимся. Спортом позанимаемся. Уй! Фух, блин, думал, что погибну. А. Слава богам, сейчас здесь пробежимся. Реально, в принципе, тут недалеко. А. Я, правда, я стараюсь для вас, прохожу Вождок Легион. Блин, ты же говорю, вот игры бывают и классные, охеренные миссии, а бывают такие скучные, что мне вообще не особо интересно их играть, но по сюжету надо их проходить, чтобы понимать, что в конце... все подходящие события в этой игре. Почему каждый момент к этому привел? Вот как-то так. Я тебе говорю, я вот очень я жду классную игрушку, вот, которую буду все на канале проходить, Киберпанк 2077. Поэтому я не хочу, я уже в принципе говорил вначале, хочу пойти в Вождок Легион, вот поэтому я буду сейчас опираться на него. Чтобы мне получится было две игры, и забыть, ну, получится Киберпанк и Ассасин, а не три. Потому что я их три не осилю. Потому что я еще стримлю, сами знаете, а? Не осилю эти три игры. Так. Прости, у меня скоро встреча. Так, завербуйте Райта. Ну давай, что давай. Что там с ним, Бэкс? У него крупный горный долг. Куда больше той суммы, за которую обычно убивают. А, еще он отказался от финансовой помощи состоятельной подруги. Не-не-не. Игроман от халявы не откажется. Что-то не так. Согласен. Ведь обычные игроманы поступают крайне разумно. Возможно, его подруга сможет приоткрыть завесу тайны. Да, ничего так мысль. Бэкс, Зай, организуешь встречу? Так, поговорите с подругой о долге. А, окей, окей, так, и где подруга находится? Так, это текущее местоположение. А, ух ты, нихера себе, ладно. Так, нет, телепортнусь, друзья, чтобы не париться. Я потом, друзья, у себя на канале буду стримить первую, вторую часть Вождока. Вот это реально классная часть. Не, Вождок Легион, это неплохая часть. Но первая, вторая, все же лучше, а? Вот реально. Ух ты, а. Ты хренёная девушка на подаче, сука такая, а? Альбионовская мразь. На тебе, сука. А то хренёв, блядь, смотри на девушку напал, блядь, типа, ты будешь у него Альбиона уважать, а? Да пошёл ты нахер, а? Ух ты, друзья. Вот у нас неплохой байка. На нём я прокачусь, почему бы и нет. Привет, красотуля. Ха-ха, вот даже моя генша нравится, а? Так, теперь телепортнёмся, ну, в миду, точку поставим. Так. Погоня. Аккуратно. Так, нас тут, в принципе, все, но недалеко ехать, а. Вот проблемка реально вождёков вот всех частей, это именно плохая активизация на ПК. Вот на пойках, допустим, нормальная игра работает, а вот на ПК проблем сонная. Я не знаю, почему так, почему нельзя сделать и на ПК нормальную оптимизацию в игре, а. Так, а, она наверху. Ух ты, друзья. Выпью, друзья, за вас и ваших близких.
Ну, я выпью сок. Хотя это пиво, но я выпил бы сок, конечно, или чаек бы, а. Во. Все, пошли. Немножечко выпили, кайфанули. Теперь от кого пойдет на вас. А-а. Так как его подруга вообще выглядит, красиво или нет? Ну, как сказать, не очень. Тут ходят слухи, тебе помощь нужна? Он легко, нормально. Речь о моем друге, да? О боже, что с ним? Он увяз в этом по уши. Продолжай. Азартные игры разрушили его жизнь. Я пыталась вытащить его из долгов, но нет. Он уехал на встречу с кланом Келли. Они его убьют. Ну ладно, проверим, чё как. А ты пока смотри в оба. Так, клан Келли, да, все-таки? Ага. Наша не в меру азартная цель сейчас в районе, который облюбовал клан Келли. Погнали, вдруг что найдем. Так, спасите голос бандитов. Ага, окей, окей. Пойдете спасем его. Подожди. Так, что ты там увидела? Или не показалось? Так, дальше-то... А можно, в принципе, с чего в дальше сыграть один раз, а? Давайте сыграем, а? Так, дуэль. Один раз. Эй, дартс, чё как хочешь? Да, один раз можешь сыграть. Правда, я немного выпил, друзья, поэтому, скорее всего, просрал. Ух ты, бул. Зеленая. Так. Зеленая, нормально. 100 очков. Естественно, будет 20-ки, сука такая, а? Ты не охренел, а? Сучка гребаная. Ладно. Сейчас не спеши, Димончик, не спеши. Ага. Так, подожди. Ух ты. Во, нормально. А специально, а уж типа, блин, тут заделались же так ботов этих ублюдских, а? Попадать, сучек таких, а? Так, 80, да? Фух, так. 41. Двадцать одно у нас не получится никак. Повал? Ах ты сучка, а? Да какого хрена? Да ёб твою мать, а? Вот я ненавижу дарца. Да какого лешего? Мышка ты гребаная. Да твое же рождение. Зеленое кольцо. Не бы попасть бы в 50 бы. 25, а? Да не, я просрал, друзья. Бывает, а? Лоханулся, так лоханулся. Обидно, конечно, друзья, но... Что ж поделать, а? Бывает, мы и просираем, друзья. 25, и даже не 25 будет, на самом деле, а? Кажется, будет перебор, не 25. Я так и знал, вот, честное слово, это было логично, друзья. Это было естественно. Ну, каким-то хреном выиграла. Как? Сейчас, друзья, подождите, дальше что я сделаю? Как говорится, это, конечно, будет не очень, но... Нехрен, сука, мухлевать. Вот теперь, друзья, пошли на задание. Я хотел это сделать, я. Надоели, суки, мухлевать уже. Так, где мой байк? Ага, вот он. Все, погнали его спасать. Так, подожди. Так, где он находится? Эй, заколебали уже эти мухлевщики гребаные. Так, каждый раз мухлюют. Задолбали, реально, блин. Такие идеальные, блин, игроки попадают с первого раза, блин, так в точку, писают ублюдки, а. Их можно выиграть, а. Но не столько еще те мухлевщики, поэтому я ей пару уже и дал, а. Нихрен мухлевать. Было. Потом проспится, проснется и поймет, что была неправа. Так, друзья, аккуратненько. Блин, столб сбил, ну Дима, ты даешь, а. Надеюсь, Киберпанк реально будет классная игра. Я давно по ней предзаказ сделал, очень ждал ее. Надеюсь, правда, она очень классная будет и будет нормально, она пока оптимизирована. То, что на плойках она будет оптимизирована, это понятно. А вот на ПК я что-то не уверен, но надеюсь, что будет. Ух ты! Вот эта тачка вообще мне нравится.
Ох, я хочу ее. Мне нужно нравится тачка, да? В любом случае, она никого, поэтому можно спокойненько. Так, дайте я поеду, хорошо? Во, она реально класс. Ну, реально тачка классная. Я просто очень-очень жду Киберпанк, это реально классная игра. Надеюсь, что будет классная, по крайней мере, по трейлерам. Ну, все такое, ну, она классненькая. А так я не знаю, на деле, какая она будет классная, как Ведьмак, или нет. Просто та же самая компания, что делала Ведьмака, вот это же игра, разработка этой игры занимается. Да, твою мать, ух, не впитался. Блин, забыл, как компания называется. На голове крутилась, но забыла. Так, где он находится? Ага, понял. Тачка реально огонь. Моя киллерша вообще идет. Наш любитель азартных игр где-то здесь, и судя по тому, как это обычно происходит, в смертельной опасности. Поспеши. Окей. Поиграть, тем более, блин, мне эти снаряжения, друзья, понадобятся. Мои гаджеты. Так, подожди. Что у меня еще есть? Ух ты, у меня еще таки есть пистолет, друзья, все хорошо. Так, присесть. Присесть. Нейтрализация. Ай, молодец, а. Ай, красавица. Молодец, а. Да, не хотел бы попасться бы ей на пути, а. Так, это кто это? А, это люди обычные. Так. Отвлечь бы его, а. И до него добежать успеть, а. Пока отвлекся он. Есть. Ай-яй, кротяка. Ух, супер. Так, тебе пойдем, друзья, узнаем, где же все-таки держит нашего потенциального рекорда. Вот это, конечно, будет интересно узнать. Так, лесенка. Так. Еще нас тут найдем. А, сейчас, друзья, аккуратно тоже вырубим его. Или ее. Вроде бы он. Это вроде бы он, друзья. Опять же, классненько. А, блин. Да, троих уже этих, сука. Кванакиля вырубил. Так, ух ты, тут у нас взлом. И где это у нас? Ага. Так, ты можешь что-то взломать? Ты поможешь мне, или ты ни хрена не можешь? Так, подожди. А, ты... Ты ни хрена не можешь, да? Жалко, ладно. Хотя бы найди нам этого нашего чувака, которого надо спасать. Где он вообще? Он здесь, вызвали его. А. Вот что как. Ладненько, я все понял. Так, раз, два, три. 50. Так, лестница. Куда подниматься-то, где? Чтобы вызволить его. Так, это раз, это два. А, вот перевок. Все, понял. Так, пускай тут стоит тут. Так, друзья. Сейчас я быстренько. Опа. Это ублюдок, командир. Точно на кокон, чтобы подмогу не вызвала. Это опять же был он. Блин, зараза. На другую сторону она просто похожа была на бабу. Так. Куда я вообще забрался? А, я забрался куда нужно. Сейчас, друзья. Там уже сверху боец, а я уже взламываю прямо у него на глазах. Или у нее. Так. Блокировка. Блокировочка. Сейчас, подождите, друзья. Пускай свалит. Во. Опа. О, хочу посадить, друзья, хотя бы эту миссию поставился пройти. Это обычно я большинство раз налево-направо всех убиваю, но... Хочется хоть раз пройти чисто по стелсу до конца. По крайней мере, я, друзья, постараюсь пройти. Конечно, ничего не обещаю, что получится, но надо постараться, друзья. Так, в принципе, я взломал, что нужно было. Так. Ага. А это он типа бузит. Понял. Ага, давай. Опа. О, у него калаш был. Блин, я бы калаш забрал бы у него. Так, присядь. Молодец. А опять же командир ходит внизу. Так, я хочу всех повырубать, поэтому потом. Сначала всех вырублять, ага, чуваков. А потом уже его, того мудня. А джип неплохой, джипик, а. Тачка мне там больше нравится, моя. Да, джипик неплохой, но та тачка круче. Так, нет, пожалуйста, не разворачивайся. Так, это у нас опять же мужик. Тут одни мужики только, как ни странно. Крутой в очках. Ага, крутой чувак в очках, как сказать. Так, теперь, вот думаю, отсюда мы и заберемся. Да. Зачем тебе все это? И есть. А так кто у нас?
А это у нас девушка, друзья, вот. А вот она и девушка, тоже крутая в очках. Так, давай теперь, спасем. А ну пошли, 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 погнали, 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 вперед, вперед, вперед. Вот, друзья, вроде бы получилось мне построился миссию пойти, а? Это круто, друзья. Первый раз я до конца миссию построился прохожу, ну, без всех, так сказать, бесшумно убивая, чтобы меня испалили, а? Так, очки навык, очки. Так, технологии, где они? Так, они, в принципе, тут недалеко от нас, друзья. А что это, какого фига две цели? Видите, его... А, вот что как. Так, очки технологии. Подожди, чувак, подожди. Дождь пошел, друзья. Ну, вот классика, дождь в игре. Вот именно, знаете, где дождь реально классно, друзья, идет. Вот это суперский. Так, это... в Ассасине, в Блэкфлаге. Так, ты где, где это? Где очки, где это очки, не понял. Потенциальная река-то я понял. А... Где этот? Очки технологий. Да, даже такой не особо такой серьезный идет. Даже наша героиня не помог. А вот в Ассасине героя мокнет. Ну вот вы знаете, классную игру. Black Flag, Эдвард Кеннион. В общем, прикольно. Пятый ассасин. Так, очки технологий. Где же вы? Я не могу понять. То ли здесь, то ли нет. Так. Что-то я не дупляю. Это я понял, а. Что-то я немного не понял. Такая прикольная граффити. Так. Ты у нас типа сверху, что ли? А-а-а. Вон оно аж где. Нихера себе. Как-то разобраться. Может ли я что-то разобраться? Сейчас быстренько проверим. Хотя, скажите, сколько сейчас моим рекордом, ну. Так, заложником. Мы пока, походу, нифига не получится забраться, друзья. А может и получится. Так, куда вообще забираться, чтобы то... А, вот, все, нашел. Но, блин, зараза, вот такой медленный, а. Ты идешь, нет? Пошли. Они больше я всех убил. Ну, придушил. Убил, не убил, не знаю. Ну, придушил точно. Так, сейчас постой немного. Пускай он заберется тоже, а. Так. А, он, походу, забраться не сможет, друзья. Мне просто интересно. Очки технологии находят... Ага. Хераз 2, да? Опа. Молодец, молодец. Хочу, что ты полезно делать умеешь, это меня радует. А вот только... Вот это меня совершенно не радует. Блин, зараза, все-таки не получилось, а. Я тут не думал, что тут люди будут, а. Это я не ожидал, а. Вот это я, конечно, не ожидал, друзья. Хотел по остался пойти, как всегда получилось, а. Зараза. Так, дверь закрываем. Ага. Сори, что тебе подверг опасности. Не хотел. Я хотел взять очки технологий. Поэтому сори. Сейчас скачаем то, что нужно. Хотя не знаю даже, что я скачиваю. А, ключ. Ключ. Я пришел за очками технологий, друзья. Получается, нарвался на олимпионских ублюдков, а. Так, и где эти очки технологий? Так, какого хрена? Эй, где очки технологии, я не могу понять. А еще выше находится? Еще выше, да, ёб твой налево, а. Ладненько, сим-сим, откройте. О, ну-ка. Так, Брикстон, Бэйлер, блок номер 1, ага. Ладненько, нашли. Так, тут я хер. Ну-ка, ага, и поменяться... А, вот лестница, зараза. Честно, друзья, я не думал, что я на них нарвусь. Я после спальни пошел за очками технологии, а получается нарвался на... Я думаю, я всех убил. Так. Ай, молодец, а. Ага, красавица. Вообще, я думал, что я просто сейчас заберу очки технологии и все. Я не думал, что там будут бойцы. Ну, не думал, что на них нарвусь. Думал, что миссию получится пройти идеально, поставился. В итоге почти получилось, почти, друзья. Ну, почти не считается, а. Немного я обломился. Все, боец, пошли с тобой. Пошли. Так, ладно, теперь аккуратненько. Сейчас пускай он спустится, а. Тоже у нас он вроде молодой, но он как снайпер ходит. Потенциальный рекорд. Прикольненько будет за бойца Альбиона поиграть, а. Этого кассового ублюдка прижать, а. А может даже и кокнуть его. Скорее всего, нам надо будет его убить, а. Как мы этого убили, Скайварса. Ух ты. Нихера себе какой ты. Это опять бобень, да? Опять же, это мужик в шлеме, байкерском шлеме. Блин, круто мы его, а. Уработали. Так, ну-ка, ешь, пошли.
А это у нас опять же командир, да? Тут не командир, а? Так, это у нас... А это теперь была наша девушка. И тоже, кстати говоря, в байкерском шлеме, если я не ошибаюсь, да? Блин, вообще круто шлем. Да, вроде бы да. Ну что, пошли, вроде бы я всех уложил. Идешь? Дочек что-то слабенький сделали. Вон да не какой-то, он не особо настоящий идет. Он такой слишком такой грибной дочек. Так, пушку убираем. Все. Ой. Ну что, погнали, пошли. Пошли. Так, ты идешь, нет? Тачка моя вон. Погнали. Вон моя точила. Охеренная тачка. О, видели на крышу, ты охерел, ли, а? Дядь, ты что такой тупесень-то, а? Давай, Маш, что ты делаешь, идиот? Друзья, он придурок, а? Да ты сядь ты в машину уже, а? Отлично. Узнай, все ли в порядке. Тоба клюй, честное слово, сука. Еб твой налево, кретин. Ты нормас? Не стоило мне помогать, все было под контролем. Ну, может и не совсем. Черт, мошенник из меня никудышный. В смысле? Я намеренно влез в долги, чтобы меня взяли в оборот. Планировал залить им вирус, ворующий бабки. Я не учел, что они непредсказуемы и жестоки. Ну, охереть теперь. Знаешь что? Если подсадишь им вирус, прибыль честно поделим. Говно вопрос. Ух ты, ни хрена себе. Класс, круто. Он весьма изобретателен, но не отличен. Сейчас, подожди. Сейчас. Так, ага, окей. Сейчас будет друзья быстренько. Вот, важно было. С осторожностью. Подсобим ему, а? Он ничего так чел. Устройство одного из подручных Мэри Келли – оптимальная цель для загрузки вируса. Отправляю данные. Так, будьте райно, заключайте вирус в сеть клана Келли. Ох, я только за, друзья, это сделать, а. Только за клана Келли насолить этой гребаной Мэри Келли. Сейчас, друзья, мы тащили, прогонюсь, а. Она реально охеренная, телепортироваться не хочу, а. Сколько тут... А, тут ехать, в принципе, недалеко. Да, блин, сори. Ой. Да, сори, ты сама, сука, дура, сама вышла. Идиоты, твою мать. На дорогу, а. Так. Так, я поехать не смогу или могу? А, могу, все хорошо. Ух ты, класс. Типа, друзья, сейчас срежу, а. Так, тут у нас аккуратненько. Во. А, видите, получается маршрут срезан, друзья. Молодец я. Так, это у нас что? Это у нас хер туда поедем. Получается, смысл нет? Или есть смысл? Я немного не понял. А, скорее всего, наверное, нет. Выхода там. Я так думаю, что нет. Ладно, проверять не буду, а. По городу немного покатаемся. Зараза, капец, меня водила, конечно, никудышная. Как из себя еще в гонки играть? Я просто... Да, сори! Да ты дура, блин, заколебали под машину бросаться. Идиотки, а. Честное слово, блин, где вы все свои права брали, блин, прохождение, а? Ого-го-го-го! Я хочу... Класс, друзья, как я почти по вас вошел, а. Я еще так дождик прикольно прошел в игре. Ай, блин, честное слово, вот мне нравится тачки-то гонять, а? Вот это прикольная здесь миссия, как была 15-я. 14-я была миссия не очень интересная. Ну, была интересная, но не так уж. Честно, она была прикольная, но не особо. А вот эти вот прям вообще реально класса. Прям вообще нравится, а? Сейчас, друзья, почти доехал. Так. Ух, вовремя тормознул. Ой-ой-ой, да вы сами дебил по машину бросаются, а? Идиоты. Для загрузки вируса в непосредственной близости. Ясненько. Им жить не доело, походу, а. Так, командир. Ага, Келли. Прикольненько, блин, а. Сейчас мы опять устроим, друзья, им кузькину мать. А, блин, я хотел по-тихому сделать, но не получилось, а. Давай, сучка, давай. А хер тебе, сука. На тебе, тварь. Я, друзья, хотел по-тихому зайти, а не получилось ни хрена. Вот реально хотелось, а. Они хилили вас, а? Вы не охренели ли? Вы чё, блин, ребята? Твой на одну, вы чё, блин, охерели, что ли, а? Чё, ублюдки, ладненько, чёрт с вами со всеми. Я разберусь на кулаках, а уже не буду применять. Так, отдал бохую.
готовься передать вирус. Ах ты, сука. А он пушку применяет против меня, смотрите, охерело. Мудин тупой, а. Давай, 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 гаси, 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 гаси. Молодец, а, красавица. Ах ты, сучка, а. Нихера себе. Ты разошлась, сука такая черномазая, ладно. Реально, просто, сука, а. На тебе, сучка, гребаная тварь. Я же говорю, я смог так их отрубасить, а. Так, скачиваем. А, слишком далеко. Блин, а. Друзья, как ни странно, не спалили даже меня. Пока что. Пока что не спалили. Ой-ой-ой. Это у нас, по-моему, девушка, да? Да-да-да-да, девушка. А мы ей шейку, опа, и сломали ее. Ничего страшного, заслужила. Так, теперь можешь скачать? Слишком далеко, да? Зараза, опять же далеко. Ваненька, сейчас. Надо вам полюбить пригодится. А может и не пригодится, не знаю. Опа, опа-опа, что это у нас? Это точно пригодится, а? Как крипта. Так, на поиски говоришь, да? Опа, сейчас скачаем все, что нужно. А, закачку, мы же это вирус закачиваем, друзья. Закачка завершена. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Да нифига меня не убьют, а. Ох, у тебя прикольный памятник, а. Класс. Ух ты, еще, вау. Мне нравится, класс. Так, меня точно, друзья, не убьют, я это прекрасно знаю, а. Я их не боюсь. Вот очки технологии, опять же, где они? Они опять же у нас наверху, да? Маленько. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Давай, давай. Давай, ты типа крутая. Давай. А типа ты залезть не можешь, что ли? Тебе нереально туда залезть? Маленько. А можно паука использовать сейчас? Быстренько. Паучка. Сейчас. Это команда. Гаджеты можно поменять? Нельзя, да? Жалко. Просто паука. Так, опа. Контроль. Просто хочу взять очки. Просто взять хочу, друзья, очки технологии. Во, опять дождь пошел, а. Зараза. Мне просто интересно, в Лондоне часто дождь идет, а? У нас, допустим, тут в городе, в Топсе, вместо снега, вот зимой дождь идет. Такая у нас зима, друзья. Большинство раз у нас именно, зараза, дождь идет. Наш друг будет ссать паром. Давай порадуем его. Я все сделала, если что. Вижу. Их деньги тают на глазах, а мой кошелек напротив становится все толще и толще. И ты получишь долю. Сделка есть сделка. Эд, нам новые бойцы всегда в кассу. Че скажешь? Надеялся, что ты предложишь. Я в деле. Нет, друзья, я хотел это сделать, а. Честно. Так. Так, ага, обновлено, вербовка завершена. Ух ты, серьезно, я все круто, друзья, завербовали? Так, мы... Рая. У нас есть агент с альбионовским прошлым. Предлагаю попросить этого агента о помощи. Так, я думаю, это будет следующая миссия, скорее всего, друзья. Да, класс, друзья, мы завербовали себе в команду альбионовского человека, но из Альбиона. Это, друзья, круто, дорогого стоит. Блин, да и сама по себе еще и классная игра. Вау, супер. Так, дальше фики нас там будет задание. Так, следующий, так. Это мы кокнули. Так, внутри Альбиона. А, еще миссия продолжается, еще не завершена. А я так думал, что типа все завершено. Ладненько, продолжим дальше. Так, так класс. Почему бы нет? А еще миссия, друзья, не завершена. Видите, внутри Альбиона еще продолжается миссия. Так, задействуйте бойца Альбиона. А, надо будет типа поменяться. Ладненько, давайте, так что быть. Давайте. Может, сейчас миссия завершится. А может и нет. Так, у него пулемет есть. Класс. То, что доктор прописал. Сейчас, друзья. Блин, я думал, миссия типа завершена. А нет, друзья. Не завершена. Класс, круто, интересно, супер. Дэдсек, рад тебя видеть. Теперь мы еще умнее, быстрее и долбанутее. Спасибо. Готов заняться восстановлением справедливости. Крутяк. Долбанутее. Ай, блин. В
Встреча, организованная Найджелом Касом, вот-вот начнется. Тебе нужно попасть в Тауэр. Окей, окей, сейчас подожди. Так. Во. Так, ну-ка, подожди, что я выиграю? Сейчас погодь. Так, внутри Либиона, поехать в Белую башню. Расследование злодеями Мэри Келли на время пришлось отложить. И Дайсек решила выяснить, какую роль в терактах, совершенных нулевым днем, сыграл Альбион. Они связались с Хэмишем Буладжи, бывшим протеже Найджела Касса, который теперь находится в списке разыскиваемых Альбионом. Хэмиш поделился данными, которые его снабдил источник ЧВЭ. Касс планирует представить свой новый проект на секретной встрече в штаб-квартире Альбиона. Ух ты, круто, класс. Блин, а мне нравится миссия. Я честно думал, что миссия будет завершена, что миссия будет завершена, когда завербуем его, а оказывается, что еще нет. Класс, это супер. Так, куда еще нам идти? Далеко? А, в принципе, недалеко. Ну, это да, лучше тэпнуться, дабы все время не тратить, а. Друзья, вот я же там только что, я в начале получил миссии, там и был, друзья. Ну, когда начал его команду вербовать себе. Да, все правильно. Может, не одежду переодеть, а? Так, что ты вообще умеешь, а? Так, особая одежда. Ну-ка, что за особая одежда? Не-не-не, нам нужна особая одежда. Да такая, ну такая, Альбион нужна. Так нас нифига не пустят, если мы обычную одежду оденем. Так, теперь нам же попасть надо будет туда, друзья, опять же туда. Я же понятно туда иду. Да-да-да. Как? Только начали миссии, где убегал за Кирюшу мою. Попал туда. Слухи о твоей отставке нас не опередили. Главное, нацепи выражение лица сломленного системой человека. Так, да, не забудь надеть форму. Спасибо, Бегли. Я такой тупой, что не знал, а. Что же мне делать? Может, блин, а? Вот реально, Бегли. Капец. Спасибо тебе. Я бы без тебя бы исправился, а. Да, только начали миссии, эта девушка закилила, что играл мою. Быстро попал сюда. А теперь вот опять же сюда. Вот капец, а. Так. Ага. Охранник. Надо будет его вырубить. Ой-ой-ой-ой. Так, пока присядь, пока аккуратненько, а. А, как Хариков не побежаться. Кто вас не обнаружили во время? Я понял. А, бегать нельзя. Надо попасть, получается, тихо туда. Мы здесь сами шпионы. Найдите форму. Может, найдите форму? Капец, конечно, русские. Так, как на то попасть, друзья? Мы с вами шпионы, мы крутые с вами шпионы. Это я понял уже. Ну, в смысле, что надо поехать в Белую башню, а? Так, она у нас, получается, находится... Опа, лестница. Так. Доступ для персонала. Так. Спецодежда. Избегайте подозрений. Ага. Понял. Это я уже вдуплил. Отлично выглядишь. Твои бывшие коллеги ничего не заподозрят. Но если не давать им шанс приглядеться, конечно. Хорошо, Бегли, я тебя понял, а. Я тебя услышал, а. Сейчас мы так постоим, а. Это у нас... А, у нас то вниз пошло, да? Ах ты ж, зараза. Сейчас вас так-то много, а. Типа это делать нельзя, то делать нельзя. Ладненько, пойдем аккуратненько. Так, пушками, в принципе, использовать их нельзя. Надо аккуратно поехать. Я хотел его, он, сука, заслужил, да? Ублюдок, а? Так, надеюсь, меня не спалили еще. Да, миссия же не провалена, друзья, поэтому не спалили. Ух ты, сука, блин. Что-то немного чуть не лоханулся. Даже прятаться нельзя, серьезно? Твое рождение.
А можно взломать? Открыть можно, друзья, все хорошо. Так, отсюда могу выйти? Ну, типа, чтобы меня испалили. О, во, по-моему, можно, если я не ошибаюсь, да? Так, это что у нас тут? Голосовуха какие-то есть, а? А, тут у нас, во, голосовая запись. Скорее бы пятница, чувак. Симмонс, знаешь такого? Ну, короче, это тот, кто организовал нам тимбилдинг. Он отобрал нескольких пленников, тех, у кого не особо много родственников. Думает, так будет проще объявить их пропавшими без вести. Так вот, самое интересное, их выпустят на открытой местности, а мы будем стрелять. Ставлю пиво, что я первым прикончу десяток. Ну что, забились? Ни хрена себе, что-нибудь планируют сделать, а? Вот же суки, а. Блин, эта сука сейчас стоит наверху, а. Да блин, отвлечь его можно, но я блокирую оружие его и отвлеку. Нет, так нельзя отвлечь, друзья, лучше. Ух-ух-ух-ух-ух. Пока он развернулся, прекрасно. Сейчас еще одну голосовуху послушаем. Слушай, я тебе кое-что скажу. Это неофициально, только между нами, лады? Меня все это беспокоит. У них, конечно, есть причины закрывать доступ в некоторые части здания. Но в целом это полная чушь. Это место — важная часть истории Лондона, его культуры. Великие правители ступали по этим коридорам. Долг лондонцев — чтить эту крепость. Нужно пускать сюда людей, чтобы они впитали дух этого места и сами могли стать великими. Опять-таки, это между нами, друг. Ну, за работу. Так, это мы аккуратно вырубим. Так. Фух, друзья, мы попали в эту белую башню. Я думаю, сейчас меня этот дебил спалит, а? Ё-моё, а? Так такое напряжение было, а? Ну еще, друзья, говорится, пипец будет. Так. Узнайте, о чем пойдет. Так что коротенькая лекция по технике безопасности. Малейшая оплошность, и Найджел Касс отменит встречу. Бывшие коллеги не должны тебя засечь, иначе вся операция пойдет коту под хвост. Так, узнайте, о чем пойдет речь на встрече, организованной Кассом. На этом этаже Найджел не держит ничего важного. И откуда ты так много о нем знаешь? Ну да. Я же был в Альбионе, если вы вдруг не поняли. Когда-то мы с Кассом были близки. Я брал с него пример. Ха. Он был нереально крут. Настоящий технический гений. А я фанател от всяких железок. Хотел стать как он. Вот и вступил в Альбион. Ты сейчас серьезно? Ну, я только недавно узнал, что он сраный убийца. Из этого дебила мы вырубим, а? А можно ли вырубить вообще его? Нельзя, да? Ладненько. И как нам попасть туда? Что это у нас такое? Эксмурские пони. Самая древняя английская порода. Так, подождите, у нас что? Эй, это что такое? Типа взлом, это... Попасть его нельзя, потому что вырубить его нельзя, да? О, выход. Или вход. Все проверим, друзья. А, еще раз два тебе, да? Ну вот же, как-то попасть-то наверх. Так, где у нас камера, это понятно. Ух ты, а лестница как... Вы как-то вообще войти? Так, раз, два. Так, ага, понял, понял. Что ничего не понял. Так, что мне вообще нужно найти, а мне просто интересно. Так, как попасть туда? Вот это мне интересно. Ух ты, а он типа не против, да? Ладненько, попробуем его завербовать. Ну просто, может быть, на будущее, потом как-нибудь. А может, не будем его вербовать. Так, как... Что, подожди, я что-то немного запутался. Ах ты, суки. Да какого хрясова, друзья, а? Он позаботился о том, чтобы были соблюдены все меры безопасности. Вот туда нужно, блин, друзья, что-то немного тупанул поначалу. Да я тебя прекрасно понимаю, а? Что еще тему дня? Так, ух, сколько вас тут-то.
Так ты, сука. Чтобы войти туда, тебе понадобится пропуск. Прекрасно. Создай подделку на одном из этих компьютеров. Осторожней. Ты не знаешь, что Найджел делает с нарушителями. Ничего хорошего, тоже ясно. Так, попасть под все не могу, что ли? Ты какого хрена? Да что такая за дверь? Не понял. Что дверь, типа, тупо всякая, да? Так. Типа, Найджел великий человек, друзья, видите, да? Так, аккуратненько, аккуратненько. Не знаю, здесь получится, не получится ли у нас, без понятия. Создание подделки займет некоторое время. А пока можешь изучить материалы внутреннего расследования смерти Касса-старшего. Глянем. Психологическая оценка АС-001, обследуемый Касс Найджел. Мистер Касс получил серьезную травму, став свидетелем убийства своего отца Гаррета Касса, главы Альбиона. Симптомы расстройства проявились сразу после события, которое он называет случайным. Первичные симптомы – бессонница, параноидальные эпизоды, чувство вины и возвратные вспышки. Однако мистер Касс смог конвертировать свой гнев в рабочую энергию, чтобы Альбион стал, цитата, «механизмом предотвращения непредсказуемого насилия». Налицо признаки мании, граничащей с психозом. Я считаю, это вызывает сомнения в его способности управлять мультинациональной охранной компанией. Но могу лишь посоветовать продолжать наблюдение. Особенно учитывая, что меня настоятельно попросили закрыть этот файл. Господи, проблемы есть у всех, но это ужас. И Кассу доверили безопасность Лондона? Идиотизм! Ага. Пожалуй, Найджел был близок только с отцом. И со мной, наверное. Он никогда особо не верил в людей. Ладно, будем считать, что пропуск готов. Но вряд ли ты сможешь зарабатывать подделкой документов, если дело с сопротивлением не выгорит. Ладно, Найджел Касс ждет. Так. Подделки пропуска Касс сделано. Так, теперь можешь так пойти? Типа так хер пойдешь, да? Так пойти через пост охраны. Сейчас этот дебил уйдет, а? Чё, друзья, ага, ты сука такая. И прятаться даже нельзя, какого хера вообще? Спасли ноги, ну, присесть. Нельзя даже присесть, друзья. Такой идиотизм, а. Знание, силы и всё такое. Вторжение! Вторжение! Твою мать, друзья, налево. Меня, сука, спалили, как стуаханулся я. Твою налево, друзья, я лоханулся конкретно, друзья, сори, извините. Не хотел такого ховаться, друзья. Честно, извините меня. Сейчас я все быстро сделаю. Блин, Дима, ну ты лошара, конечно. Так, твое рождение. Так. Надо же было так опухнуться, реально. Ух, блин, капец, друзья. Я просто хотел вырубить дебила этого. Получилось так, что вырубать нельзя было его. Он меня, сука, спалил, а? Вот этот муди, не? Блин, сука, вырубать его нельзя, реально. Как же, урод тупой, а? Так. А, вот что как. Я теперь понял. А дальше что? Так, камеру использовать, чтобы... Подожди. Он
Так, камера. Еще что смысл? Камера. Подожди, не понял. А где камера-то? Так, друзья. Ух ты. Есть, друзья. Все получилось, потому что я немного начали лоханулся. Извините. Итак, проект Фемида. Наши новые автономные дроны. Эти дроны будут опознавать, изолировать и устранять угрозу задолго до ее появления. Для них нет преград. Они видят все. Они могут уничтожить врага в пустом переулке или в толпе с одинаковой точностью. Дроны Фемиды сделают то, что было не под силу людям. Они действуют мгновенно и эффективно. Без вашей помощи я бы никогда не смог сказать, нет, пообещать, что наш проект Фемида сделает Лондон первым абсолютно безопасным городом в мире. Мистер Касс, очень рассчитываю, что вы также позвали нас, чтобы обсудить этическую сторону. Нет, все в порядке. Комиссар переживает, как и мы все. Я ценю его страсть и увлеченность. Поговорим об этике. Ну, во-первых, Фемида выходит за пределы полномочий Альбиона. Нам необходимо проконсультироваться с правительством. Ясно, отложить запуск, чтобы проанализировать и обсудить детали. Поймите, мы упускаем человеческий фактор. Я могу связаться с министром обороны, если надо. Ну что ж, если так... Человеческий фактор привел нас к катастрофе. Больше никаких дебатов, отсрочек, колебаний. Поймите одно. Я не позволю никому, даже самому себе, помешать Фемиде. Итак, будут ли готовы наши друзья в Тайдис? В конце концов, вы краеугольный камень проекта. Вы не хотите ни с кем проконсультироваться? Нет, мы будем готовы. Самое время. Преступники захватили улицы. Нелегалы угрожают людям. Даже сам комиссар полиции погиб от рук террористов. Решимость дается нелегко, но есть и плюсы. Вы примете это решение и сможете обо всем забыть. В принципе, так и знал, что он его убьет. Это было логично, друзья. Внимание! По всему зданию будет проведена проверка документов касательно... Только эти здания через катакомбы. Я предупреждал, что подделка так себе. Униформа тебя спасет. И не дай им рассмотреть тебя вблизи. Как мне выбраться? Через катакомбы. Твою мать, как выбраться реально-то, а? Катакомба, твою родственники. Где этот выход-то, блин? Ёлы-палы. Друзья, катакомба это пипец, конечно. Фух, получилось. Так, где это еще одна? Хочу послушать ее. Во-о-о. Директор Касс, я не могу дозвониться до комиссара. Он тянет время. Неважно, это ничего не изменит. Я прослежу. Да к черту его, еще один глупец, который считает, что знает, как правильно, но слушает свои эмоции. Но он приглашен на встречу. Убрать его из списка? Нет, несмотря ни на что, нам нужна поддержка правительства. Отправьте людей, нужно удостовериться, что он приедет. Пусть думает, что он особенный. И посадите его впереди и по центру. Он ключ к послушанию остальных. Ух, твою мать, что ты делаешь, идиот тупой, а? Ой же, идиот, а. А есть пушки, а? Лясы, идиот, честное слово, балбес у меня, агент, а, друзья. Ну, зато я пользовался классным пулеметом, который хотел воспользоваться. Убиваю близких альбионов. Сначала, друзья, я убивал в этой миссии. Клана Келли бойцов, а теперь еще альбионских мудаков, а?
Это круто, друзья. Это класс. Мне понравилось, честно слово, класс, друзья. И прикольная миссия получилась внутри Альбиона. Класс. Топчик, топчик миссия. И маска прикольная агента. Давай, давай, ты стильный, ты справишься. Так. Увидели Найджела в действии, да? Он умеет. А, ну мы же в катакомбах, поэтому понятно, что почему такой этот... Связь барахлит, друзья. Это все ясно. Побеждать. И держит руку на пульсе. Дал речь не просто на показ, а чтобы запустить Фемиду как можно скорее. Да. А слушай, что за больной ублюдок, а? Покажи, он потерял отца, это очень плохо. Но я не знаю, что после смерти с таким мудрым становиться, а? Твою мать! Это что такое? Нас типа вычислили, что ли? Так, куда нам дальше идти? Это что у нас? Еще одна штучка. Катакомбы. Ага, понял, понял. Ладно, это я не буду читать. Мне это особо не интересно и, в принципе, не важно. Так, я вроде правильно иду, да? Вроде бы да. Опа, что это у нас еще? Что-то? Вот черт! А-а-а! Ну-ка, и куда это я? А-а-а. Не нравится мне это. Да, я с тобой полностью согласен, мне самому не нравится. Так, это комбо 3, ага, понял, понял. Ладно, когда все захотите, почитайте. Если вам будет, конечно, интересно. Лично я не особо люблю читать такие штучки-дрючки. Так, вниз теперь, да? Я же правильно пойду вниз? Вроде бы да-да-да-да, друзья, нам же надо... Так, покиньте здание через катакомбы. А, понял, понял. Чё, какие прикольные катакомбы, друзья. Такие современные, блин. Класс. Супер, друзья. Что вообще хреново, слушай. Надеюсь, нашего бойца не убьют. Вот его. Он упоминается, его пулемет, а. У него... Что это было? Я не понял, что это было. Мне кажется, ничего хорошего. Так, надеюсь, у меня все получилось, а. Вот вообще офигенно, если в конце этой миссии моего бойца убьют, а. Твою мать. Секретный проект Альбиона — это полностью автоматизированная машина для убийств. И, похоже, Касс почти закончил работу. Нужно лишить его Фемиды. Подготовлю встречу. Хэмиш, присоединишься? Я не рискую своей мордашкой, помнишь? Подключи меня удаленно. Нам с тобой надо обдумать план, Бэдли. Давай, давай. Так, сейчас, друзья, миссия завершилась наша, но эти мультики охренели, а. Сейчас мы, друзья, их быстренько дубиночкой обхерачим, а. Ага, понял, понял. Ах ты, сука, смотри, какое. Ах ты, сука, мужья себе. Давай, мудень тупой, а. Давай, сука, сейчас дубиночки уработаю, конченый тварь. Ох, молодец, а. Так, вроде бы всех спас, да? Где, друзья, надо срочно сваливать, а. Блин, зараза. Ты не охренел ли, а? Еще второй пришел, а. Ай, сука, как я его, а? Ай, молодца. Ай, блин, все-таки нравится мне этот боец Альбион, а? А вот это мне не нравится. Сучка крашеная, альбионовская сучка, а? Я сейчас тебя устрою, блин. Тварь, кускина, мне бы со мной в постели бы спать, а? А ты вон что вытрела, тварь, а? Ладно, когда я сваливаю я. Так они без конца будут идти, а? Все, все, сейчас друзья, сваливаю и завершаю мою прикольную миссию, 16-ю. Под названием «Внутри Альбиона». А миссия реально, друзья, была интересная. А твое рождение, тебя не хватало. Так, надеюсь, получше спрятаться от них, а. Фух, главное, чтобы дрон не спалил меня. Я, конечно, есть пулемет, друзья, но эти суки меня заколебают. Ну, в смысле, они меня могут убить, друзья. Я потеряю моего агента, а. Терять не хочу его, а. Фух, друзья, все хорошо получилось, друзья.
16 часть под названием «Ребенок» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья мои лучшие, офигенные и классные, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.